OMTV.ua Pro найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Я так думаю, що прийшло осознання того, що резерв ісчерпан. И если командиры, старшие начальники, не совсем глупые люди, то они прекрасно понимают, что если пусть бросить последние остатки в атаку, и она захлебнется, то может быть серьезная контратака. И тогда сдерживать натиск, допустим, тех же вооруженных сил Украины будет нечем. Кстати, вот интрига со вчерашних суток сохранилась, это куда же делись войска с запорожского направления. Да, куда они делись? Да, у вас в эфире Алексей Арестович сказал, что они пошли отводят на Херсон. Да, я предполагаю, что они пошли не на Херсон, они пошли в сторону Северодонецка. И вот на сегодняшний... Это же далеко. Ну почему? С запорожского направления, да, это дальше, чем на Херсон. Но дело в том, что на херсонском направлении там незначительное продвижение наших войск. И там мы просто расширяем плацдарм, там не проводим, ну будем так говорить, массированных атак. Мы просто атакуем на отдельных участках. А вот северодонецкое направление, они скорее всего будут усиливать. И скорее всего сейчас эта пауза может немного подзатянуться, и она превратится в перегруппировку войск. Дело в том, что поступила информация, новый дедлайн. Уже не 10 июня, уже 22 июня. Дедлайн, который ставят российским вооруженным силам. Да, вооруженным силам, да. И причем два таких мессенджера было озвучено. Первое, то, что дедлайн продлен до 22 июня на взятие Северодонецка. И второе, то, что Дворников на месте. То есть его не поменял, да, Житко? Нет, и он его не поменял, он его усилил. И Житкову дали Северодонецк. Ага. А Дворников командует, руководит всей операцией. Пришла информация. Ну, я тоже сомневался, что, в принципе, да, понимаете, дело в том, что, ну, вот я служил очень долго, и даже в советской армии практически половина службы прошла. Я скажу так, что клеймо или штамп службы в политорганах, он накладывает отпечаток на человека. И даже несмотря на всю предыдущую карьеру боевого офицера, если он тут немного... А какой накладывает? Это не... Ну, что? Это значит, ну что, они становятся больше... они становятся такими, я бы сказал, заангажированными идеологически. Понимаете? Послушалось идиотами, как показалось. Нет. Именно идеологически заангажированными людьми, и они начинают видеть мир через призму идеологии. Вот замполит, он всегда же выходит и начинает разъяснять, что, как, почему. Несмотря на то, что он вчера еще был командиром. Но его уже поставить на командира, это уже не будет тот командир. То есть вот по этой причине Житко вряд ли мог сменить Дворникова на такой масштаб. Да. Так что Дворников пока что выборивает себе право, скорее всего, поменять Герасимова в кресле начальника генерального штаба. Но это если будет успех операции. Мы же понимаем. Они, кстати, оба генералы армии. И это звание достаточное. Да, и Дворников единственный из командующих округов, кто имеет звание генерала армии. Вот поэтому я думаю, что, скорее всего, идет подготовка к перегруппировке войск. Они стягивают войска. Сейчас на подходе мы видим, там эшелоны идут с техникой. Возможно, какое-то количество личного состава. Они подтянут, ну, пару тысяч, то точно. И они будут формировать новую группировку, которая там через пару дней, через пять может начать штурм Северодонецка. Повторный штурм. С чем сейчас Россия против нас воюет? Скажем так, оно катастрофически ухудшилось. За три месяца мы уже можем видеть в районе Мелитополя эшелоны с танками Т-62, которые не выпускаются с 1975 года. А в 2011 году, согласно распоряжениям правительства Российской Федерации, они должны были начать утилизацию. Мы их видим в Мелитополе,
Мы их сейчас видим в Херсонской области. Их перебрасывают для того, чтобы воспрепятствовать контрнаступлению вооруженных сил Украины. Мы сейчас видим гаубицы Д-20, которые в свое время пришли на замену старых советских гаубиц МЛ-20, которые использовались в ходе Второй мировой войны. Это конец 40-х, начало 50-х годов. Мы сейчас видим танки ПТ-76, это легкий танк, который использовался опять-таки в 50-х годах. На сегодняшний день можно констатировать то, что Российская Федерация, она исчерпала вот этот вот свой парадный резерв, потенциал, который у нее был, и она все больше и больше расконсервирует в первую очередь именно старую советскую технику, в том числе, кстати, не только технику, но и вооружение. Это идет речь и о боеприпасах, в частности, ракетах. Мы уже видим, как они достаточно часто используют очень-очень старые советские ракеты Х-22 и Х-25. Но этих консерв у них, по-моему, слишком много, да, их тысячи? Да, к сожалению, да. Если мы говорим о таких ракетах, как Х-22, это около 1000 им досталось по наследству от Советского Союза. Если мы говорим о ракетах Х-25, это примерно около 20 тысяч единиц. Увы, да. Но главное это то, что не все из этих боеприпасов, они пригодны к использованию, поскольку все-таки срок годности, он играет свою роль. Особенно с учетом того, что еще даже в эпоху Советского Союза такие ракеты, как Х-22 или Х-25, они были довольно-таки ненадежными. Особенно Х-22, у которых топливная система отказывала буквально в полете. Но это был вообще просто кошмар на самом деле. Чем нам Германия помогла все-таки? Бронежилетами, касками и противотанковыми гранатометами, не больше. Я скажу даже так. Если мы говорим про Германию, то давайте не будем говорить про наступательного типа вооружения. Потому что, на мой взгляд, Германия — это именно та страна, которая предоставит именно то вооружение, которое нам нужно прямо здесь и сейчас. Эдак в году 2027, не раньше. А зачем тогда обещать? Не очень понятно. Вы знаете, я сам задаюсь этим вопросом, поскольку Германия обещала современные танки «Леопард 2А6», «2А7», для Польши взамен Т-72М1, которые они сотнями единиц отправили сейчас в Украину. Польша сейчас их эти танки не получит. Они получат танки «Леопард 2А6» и «2А5». Греция была готова отправить в Украину БМП-1А1 в количестве 100 единиц. Но только после того, как Германия им отправит соответствующие бронемашины Мардер. Но Германия им не будет их отправлять. И Греция сейчас находится в тупике. Либо она лишается своего боевого потенциала ради Украины, либо она ждет, когда Германия это предоставит. Германия ненадежный партнер, Германия ненадежный союзник. У так званій ДНР засудили до смертної кари трьох іноземців, що воювали за Україну і потрапили в полон протягом боїв за Маріуполь. Йдеться про двох британців – Ейдена Асліна і Шона Пінера, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна. В МЗС України прокоментували вирок, назвавши його судилищем, яке ставить інтереси пропаганди вище закону та моралі. Відреагували на ці новини і в уряді Британії, засудивши дії окупантів. Про це та інші новини з Європи поговоримо з Богданом Цюпином, який приєднується до нас із Лондона. Богдане, вітаю. Добрий вечір. Богдане, як саме у Великій Британії зараз реагують на вирок для іноземців, двоє з яких є британськими громадянами? Наскільки це сьогодні стало важливою темою? Це важлива тема, це заторкує британців заживе, тому що питання добровольців чи інших осіб британського походження або з британським громадянством, чи взагалі іноземців, які воюють в Україні, це питання порушувалося у репортажах про російську війну в Україні від самого початку цього вторгнення. І те, що зараз люди, які народилися у Великій Британії, пов'язані, очевидно, мають також
також і британське громадянство, що їм зараз загрожує смерть. Це провідна новина, і її фактично обговорюють і висвітлюють спочатку на, можна сказати, на офіційному рівні. Йдеться про те, що Міністерство закордонних справ назвало це рішення фіктивним. Заявляють, що насправді ніяких республік не існує, і ці люди, які одягли на себе суддівські ряси, насправді не є суддями. І тим часом Лондон заявляє, що веде мову про долю цих людей, робить подання, як сказано у Лондоні, напряму з представниками Москви. З іншого боку, на неофіційному рівні політики, коментатори говорять про те, що це, власне, може означати. І вказують, що очевидно, що Москва, саме Росія, не якісь там утворення на сході України, а саме Росія намагається створити прецедент і також залякати інших потенційних, скажімо, добровольців, потенційних представників громадян інших країн, які, можливо, виявляли би бажання воювати на боці України. Україна, українське керівництво закликало людей з усього світу приходити на допомогу і воювати. Очевидно, що в Москві намагаються з цього зробити приклад для того, щоб залякати інших потенційних бійців-добровольців. Україна наголошує, що вони були солдатами, і з ними треба поводитися як з військовополоненими, а не як злочинцями. Зараз питання стоїть лише в тому, кажуть коментатори, зокрема британські журналісти, які працюють зараз в Україні у зоні війни, про те, чи буде цей вирок здійснено, і чи можливі, скажімо, торги щодо їхнього звільнення чи обміну з російською стороною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.